Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинством, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Они нуждаются в любви, признании своих усилий и восхищении достижений. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.